Страшную историю расскажу, граждане. Покрепче за кресло держитесь. Ужас просто. Мне сосед снизу, Шурик его зовут, постоянно на меня в милицию жалуется, что я его квартиру заливаю. Противный сосед этот Шурик. Я же его каждый день заливаю. Неужели трудно привыкнуть? На днях тут был такое. Хотели отметить юбилей сына жены. Нет, так он по документам совместный сын с женой. Но не похож. Ни на жену, ни на меня. Чернявенький такой, как шахтер забоя. Жена сказала: разговоры прекратить, сын твой, меньше ешь бананы. Короче, у сына была круглая дата, 11,5 лет. Мы с тестем нагнали самогоночки для себя на 8 человек впритык. 400 литров. Мы с тестем обрадовались. 6 человек не придут. Че, мы дураки их звать? Нам на двоих 400 литров впритык. Разлили мы самогон в бутыли стеклянные. Каждый литр по 20. Поставили в зале. Сидим, смотрим за место телевизора. Душа поет, печень подпевает, почки набухают. Райское эстетическое наслаждение. Ну, не шутка, 400 литров счастья перед глазами. Моргать жалко. И тут наш сынок, шахтер забоя, физзарядку решил сделать. Взял свои гантели и приперся к нашим бутылям. Запнулся о ковер. И на пол. Ё-моё, женский сын! Гантели прямо по бутылям. Бабах, дынь-дынь, бынь-дынь, дынь-дынь. Так быстро они разбились все. Дурные эти бутыли. От гантели не отвернулись даже. Будто не знали, чем они полны. На полу озера самогона у меня на уме ни одного приличного слова. Кот Барсик и тот мяукнул матом. Мяуи! И так далее. Один бутыль целый стал. Так тесть последний, один живой бутыль в руки взял. Я пол его хряк. С криком: ромашки спрятались, а я беременная. Пришла к тестю белой горячкой. Лично пришла. Психический доктор нам объяснил, так бывает по трезвым, когда человек хотел очень много выпить и не выпил. Крыша съезжает. Я этому психическому врачу, когда рассказал, сколько мы хотели выпить и не выпили, он сам в свою больницу лег. Мужики у меня на работе как узнали, сколько у меня его было, сколько мы хотели выпить, сколько утекло. Перевели на пол стаканы и сказали мне по-доброму: не уволишься, убьем. Страшная картина. На полу ковер весь в самогоне. На ковре сидит тесть и ладошками гребет.
Хе-хе-хе, ха-ха-ха, ку-ку-ку. Пришла к тесту в последнюю стадию, ку-ку. К путним-то людям сначала первый приходит, вторая, третья, к этому последняя, 16-я. Ну, я ковер в ванну стал выжимать, самогон спасать вместе с тестем завернутым. Я тесть тогда хорошо отжал. Он 2 месяца в туалет не ходил. Ковер-то я выжимал, а ванну-то заткнуть забыл. Где там сообразишь-то? Ой, не знаю, как сам дураком не стал. Ходил по носки в самогоне и трезвый. Как серпом по плохому танцору. Самогон, главное, быстро, сволочь, в пол утекает. Щель-то огроменная, шире доски. Пьяные дураки пол стелили. Сволочи. Кто стелил? Мы с тестями стелили. Что ж еще? Часто железом покрыли. Главное, тогда из щелей пола тараканы с мышами повылазили. Все пьяные, счастливые. Усы мокрые, на мордах висят, поприлипшие, улыбаются. Мыши наглые, языки показывают коту Барсику. Вискас его жрут, никого не боятся. Обидно, ей-богу. С такими довольными рожами мы с тестем должны были здесь ползать. За место мышей. Я тогда подумал, такое горе, не дай бог никому. Кроме соседа снизу. Вот ему дай, Шурику. И вот тут до меня дошло. Я ж соседа сегодня весь день заливаю, топлю его, гада. А он что-то сегодня мокнет молча. Я к соседу пошел. Иду в подъезде, слышу, этажом ниже, значит, там, ниже Шурика, бабка Пуся живет. Ей 170 лет. Ее 2 раза на кладбище возили, она обратно возвращается. Тихо сериалы смотрела бабка Пуся, а тут ожила, на весь подъезд поет. Уеду я в Америку на зеленом велике. Я угадал с первой ноты. Мой самогон дотек до бабки Буси. Соседу в дверь стучу. Сосед, гад, чё, не жалуешься сегодня на меня? Мокнешь молча. Я твою квартиру заливаю. Сосед Шурик дверь приоткрыл и говорит пьяным, приятным голосом. Меня сегодня дома не будет целую месяц. И дверь вам закрыл. Но я успел разглядеть, что соседа в квартире под струями моего самогона стоят тазики, тарелки, кружки, пузырьки. А его батя лежит с открытым ртом под самой толстой струей. С огурцом в руке. У нас в подвале дома библиотека, ей 100 лет. До нее тоже дотекло. За 100 лет в этой библиотеке не было столько книголюбов, сколько их в тот день ползал между книгами. Но я психанул, на соседа милицию вызвал. Они быстро приехали. Быстро разобрались, быстро мне подзатыльников надавали, что поздно их вызвал. И уехали. В общем, юбилей отметили на широкую ногу. Скоро у тестя юбилей. Мы теперь канистры копим. Пластмассовые. И праздник нам не испортит никакой физкультурник.
на нас не похожий. Вот так. Спасибо вам. Благодарю. Спасибо, дети. Спасибо вам, Софья. Спасибо, милый. Спасибо. Как-то не монтируйте с моим образом. Какое количество цветов. Спасибо.